Лоренс Зинадин и, в принципе, контролировал эту ситуацию. Ну, давайте, наверное, продолжим дальше по составам. Третье сочетание игроков юниорской сборной России. Рабан Шуркин из «Локомотива» и номер правого фланга. К слову, об Гаврилове. Совсем недавно, кстати, присоединился капитан молодежной команды московского «Спартака» к составу сборной Беларуси. Здесь момент прямо усиления для сборной Беларуси. И посмотрим, какое применение найдет ему главный тренер Сергей Стасин. Здесь пока момент. Бросок и шайба в воротах. Матвей Ладутько открывает счет сегодняшней встречи. Ну вот, все-таки дожали белорусы. Будут ломать голову, как же выходить из этой ситуации. Давайте еще раз посмотрим, как же это произошло. Отдавал передачу Кирилл Гришков и Матвей Ладучка забросил шайбу. Смотрим еще раз с замедленным повтором. Ну ничего, тут в этом моменте не смог сделать Петр Андрианов. Передача налево. Еще бросок. Исправляется Газлайк. Пройти здесь Иван Шатило. Свой прием. Попадает под этот хит Тимур Ползачник. Там сказал Ангарта. Еще момент. Бросок ее вперед. Пас на левый фланг, смена составов точная. Здесь ошибка от защитников сборной Беларуси. Зинадин опускается на щитки состава, поэтому какого-то взаимопонимания с ним искать не надо. Все это происходит уже в ежедневном труде и в ежедневных тренировках. Также очень много хоккеистов из Гомеля. Звягин. Звягин отдает налево. Опускается здесь колени Ван Гаврилов. Еще бросок, и здесь остановилось. Передача направо. Вот, шайба направо, смещение в центр, бросок, и спросает два игрока на пятачке сейчас оказались. И здесь выход 1-1 может получиться. Здорово он накручивает Роман Кузнецов. Кузнецов подает назад. Шайба находится Матвей Ладучка. Автор пока что единственной заброшенной шайбы в сегодняшнем матче. И какая шайба сейчас в воротах, оказывается, у сборной России. 2-0, и наши хоккеисты увеличивают. Особо не радуются этому. Давайте еще раз посмотрим передачи за ворота. Пас на пятак, и автором заброшенной шайбы становится Николай Салыга из «Динамо Шинник». Давайте еще раз посмотрим. Передача от Романа Кузнецова. И Салыга. Дима Кунников так не увидел. Там очень удобно было. В начале прошлого сезона начинал свою, так скажем, карьеру. Здесь момент, и как здесь не залетать? Смотрим еще раз за атакой сборной России. Здесь бросок. И вот как стуки попало. Тут сейв, наверное, от Зинадина и Абжикарева, соответственно. А нет, даже никакой. Хорошо камера расположилась. Штанга. Штанга сейчас. Можно здесь что-то придумать. Ошибка! И вновь защита. Она для этого нужна, чтобы шайба не доходила к вратарю. Посмотрите, как здесь оказались три хоккеиста. Два. Давайте поговорим про статистику. Обещал я вам рассказать перед началом первого периода. Бросок! И 3-0! 3-0! Беларусь доводит счет до разгромного. И согласимся с этими болельщиками. Ну вот, еще раз смотрим. Ну, тут, наверное, сам себе Петр Андрианов подложил. Это был неудачный момент, отбил шайбу блином, и шайба точно отскочила на клюшку Салыга. Тем более, что рабочая рука у Салыга левая, тут не составило никакого труда забросить нападающего. А на тем временем контратака от сборной России. Можно здесь попытаться бросить, здорово отдавал передачу. Передача налево. Вот, смотрим еще раз за повтором. Если сборная Беларуси, это вбрасывание. А здесь ошибка. Выход 1-1. Ну что? 1-1. Нужно тащить. И нет, не тащит. Лоренс 1-1. И счет становится 1-3 в пользу сборной Беларуси. Там ошибся. Вот, щелчок. Это был Тимофей Шелюта. Да, Тимофей, конечно, не совсем удачно он сыграл на броске. Да, вот тут не хватило ему буквально одного движения для того, чтобы выбросить шайбу в сторону. Но тут, в принципе, вопросов к вратарю быть не должно. Шатило тут уже пытался бить клюшкой своего оппонента. Опустился на щитки. Передача назад. Попович. Ошибка! Ну как? Хорошая передача на правый фланг. Бросок по воротам, приложился в этом моменте Арсений Козгореня. Бросать, конечно, сборная России, если они хотят на что-то рассчитывать в этом большинстве. Но нет, все, не реализуют они большинство. Мощный щелчок в исполнении Александра Красавского в турнире. Но, кстати, вот если касаться уже вратарской линии, пока можете наблюдать за этим повтором, пока я рассказываю историю про резерв голкиперов, то армейцы, если так уже заглядывать вперед, сыграют 4 матча в ноябре в Балашихе против Витязя и 6 ноября в Москве. Здесь момент... Здесь еще момент.
И белорусы выходят 1-1. Момент выход 1-1. Бросок и 4-1 становится счет. Вот так слишком много единиц у нас было. Выбежал 1-1 и тем самым, наверное, отомстил за ту ошибку сборной России, когда ошибся его партнер по команде. Смотрим еще раз за повтором. Звягин, бросок поворотом. Ну, просто вот так развел по разным углам голкипера. И ничего здесь в этом моменте не смог сделать Петр Андрианов. Давайте еще раз посмотрим. Да, в угол забивает Степан Звягин, но пока мы ждем официально, не попадает нападающий Минской юности. Ну, а тут контратака от сборной России. Фаизов, Фаизов, передача в центр. И что здесь? Пустые ворота, оказывается, у сборной Беларуси. Лежит на льду голкипер. И сборная России в атаке. Может получиться бросок. И что у нас здесь? Шайба в воротах. Нет, даже действуют защитники. Но пока нам показывают, наверное, повтор с незабитой шайбой. Да, здесь была... Ой-ой-ой, тут прям, наверное, издет. Гаврилов. Гаврилов дает передачу на Звягина. И бросок, и становится 5-1. Вот это здорово, конечно, разыграли. И пока я смотрел в протокол, уже пропустил, наверное, всю атаку. Вытащили. Но вот здесь Жихарев. Жихарев бросил. Да, Никита Жихарев становится автором заброшенной шайбы. Капитан молодежной сборной, огорчает. Пока нам в матчевом протоколе покажут ассистента... Артем Никитич отдавал передачу. Здесь момент. Уворот. Пас назад. Бросок поворотом. Зинадин справляется. И со вторым сейчас переехала в сторону ворот сборной Беларуси. Наброс. Бросок с неудобной от 17 номера. Передача налево. Сурин. Сурин. Бросок с неудобной. И где шайба? Шайба. Рябкин, Рябкин уже отдает на Исовских, и гол! Гол сборной России сокращает отставание в счете, и счет становится 5-5. Дело, потому что сейчас команды будут действовать уже в формате 4-4. Ну, классно, разыграли, вопросов быть никаких не должно, классно расположился Иван Рябкин, замкнул эту передачу на пятачке, ну и вопрос, где были защиты, находится в средней зоне. Передача в центр. Ой, здорово, здесь классно разыграли. Где шайба? Ну, тут просто что-то невероятное. Прекраснейшая атака. А, это Кузнецов. Да, это Кузнецов отдавал передачу налево. И здесь Ковгарей не смог замкнуть. Это Казахстана Ю-20, который состоится совсем скоро. 18.30, пока выход 2 в 1. И под этот бросок в исполнении Матвея Ладуська звучит финальная сирена. Со счетом 5-2 побеждает сборная Беларуси своих соперников и сборной России. Поздравляем подопечных Сергея Стася. Как я уже говорил, очень классно сегодня поиграли. И давайте, наверное, быстренько пробежимся по...